Такое красивое, оригинальное печенье, похожее на шишечки, мы сделаем с вами прямо сейчас из самых простых, доступных продуктов, которые есть дома. А внутри сюрприз. Смотрите видео до конца. К размягченному маслу добавляем щепотку соли, ваниль, сахар. 50-70 грамм сахара, если кто любит послаще, можно побольше. Я 50 грамм использовала лопаткой, перемешали. Добавляем сметану или кислый йогурт, у кого что будет. Разрыхлитель какао, опять перемешиваем до однородной массы. Добавляем муку. Всыпаем порциями и перемешиваем рукой. Главное, чтобы тесто было плотное и хорошо собиралось в ком. Накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник на 10 минут. Для начинки возьмем шоколад, можно молочный или горький. Дочка не любит шоколад, сказал, давай маршмеллоу. Тесто делим на равные части, примерно 18-20 частей. Скатываем шарики. И уже из этих шариков будем делать печененки с помощью резинового коврика. Вот как на видео. В серединку кладем шоколад и защипываем. Переворачиваем, и получается вот такая шишечка. Очень быстро, просто, а главное вкусно. Обязательно попробуйте сделать. Если вам нравится мой рецепт, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусов 20 минут. Когда достали поднос из духовки, то были удивлены. Маршмеллоу сдулось и печенье потрескалось. Но это не испортило вкуса. Просто в следующий раз будем делать без маршмеллоу. Вот такая красота получилась. Украсить можно сверху сахарной пудрой, подавать на стол к чаю. Приятного аппетита! Обязательно сделайте, я очень рекомендую. Thank you.